ДТП на Ближнем хуторе. Пострадавшие – парень 15 и девушка 16 лет. Примерно в половине 9 вечера они шли по обочине дороги. Ребят сбил Volkswagen. Пострадавшие упали на капот, ударились головами о стекло и проехали еще несколько метров. Водитель притормозил, подростки упали на проезжую часть и остались там. Пострадавших могло быть и больше, рассказывает очевидец. За парой шли мужчина с ребенком, они успели увернуться. Благодаря помощи неравнодушных подростков доставили в РКБ. Хорошо, что быстро, иначе все могло бы закончится трагически. Водитель с места происшествия скрылся. Позже сотрудники милиции нашли автомобиль Volkswagen на окраине Ближнего хутора в кювете. За рулем иномарки был 31-летний Андрей Цуркан, житель Ближнего хутора. Сейчас он объявлен в розыск. Что касается пострадавших, парень проходит лечение в отделении смешанной травмы. Девушку перевели туда же. Сначала она лежала в реанимации. Просьба, если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемого, сообщите в милицию по телефонам, которые вы видите на своих экранах.